Доктор Дрэкс против генерал Таунс. Лазеры — превосходное оружие! Генерал, наш враг укрепился в городе. Для защиты ему надо много энергии. Лазеры заряжены! Поиск цели! Вот, генерал, я начертил линию на песке. Я подчиняюсь! Тяжелая работа! Друзья, всем привет! Начали мы серию поединков за генерала доктора Тракса, который специализируется на химическом оружии. Играем мы против генерала Таунса, лазерника. У него имеется вот здесь вот на базе две молекулярные пушки, которые он неплохо использует, постоянно в бою сжигает нам здания, защитные сооружения. Вот. Так, ну чё же, распродаем сразу командный центр и строим военный завод. Поначалу выстраиваем вот такую защиту. Так, тут изучаем захват здания. Все по стандарту. Ну вот как-то так поначалу. Охраняем подземку. Неумеренное количество воронителей. Захватим нефтяную вышку. Хоть какая-то экономика будет. И надо разместить ракетчиков по вот этим домам. То постоянно будут еще нападать вертолеты с его стороны. А давайте изучим разведку. Радарный фургон. Чтобы хоть что-то видеть, но что творится на карте. И все, будем пробовать его уничтожать. Вот первые его рейнджеры бегут. О, они сейчас. Блин, ну что тут произошло? Постоянно вот тут, блин, ставлю, и, блин, вот эти. Тачка пустая меня давит, блин. Иди строй. Так, вот здесь мы построим дворец. Ну вот, более-менее защищаемся, да? Ай, ладно, ладно. Я буду работать. Да. Построим здесь нору. Постараюсь поторопиться. Чтобы отправлять туда войско. Нет ничего личного. Пройдем наш. Так, ремонтный цех захватим. Чтобы был автоматический ремонт на карте. Ну как-то так. Сейчас как только дворец достроим, и сразу пойдем во вторичную экономику. Посмотрим, куда он ударит молекулярной пушкой своей. Немного ты пехоты подготовил, генерал. Не могу дождаться. Давай, выстреливай. Я просто крестьянин. О, Рабик спрятался, даже не видно его. Готовься, генерал. Сейчас ты получишь по имени.
понятно, по стандартному бьет по центру. Хотел дотянуть до дворца, не дотянул. Пойдет, пойдет, нормально. Не сильно много вреда нам не нанес. Ну и, конечно, посадим в дворец людей, ракетчиков, чтобы была хоть какая-то защита. Так, давайте будем уходить во вторичную экономику. Так, мародеры, нам нужны мародеры. Вот, прокачаем мародеров. Они становятся потом имбовые. Почему так вот эти ракетчики не достают, я не могу понять. Ботинки выдадут. Выдадим сейчас, подожди немного. И будут вам ботинки, все будет. Так, мародера, наверное, здесь оставим. Пусть тут стоит. Сейчас будет выстрел пушкой. Интересно, куда он выстрелит. Пока построим еще один рынок черный. Ну давай, наноси удар. Куда, интересно, куда? Вот в чем вопрос. Так, наверное, сюда сейчас. Забыл, что ли? Наверное, ракетчиков надо сюда пересадить. Штуки 3-4. Блин, он ждет вторую, что ли, пушку? Не могу понять. Что-то я очкую. Ну давайте построим шторм здесь. И по нему он, наверное, выстрелит. Я думаю, так. Так, качнем следующего мародера. Опа, вот так вот. Ну чё он, блин? Завис, что ли, блин? Очнись, чувак. А, ну конечно, конечно, по мародеру захотел. Ну не тут-то было. Смотри, как я прочитал, блин. Интересно, почему он по супероружию не выстрелил? Да, штурмгард построим. А, у него же вторая ракета есть-то. Так, Рабика надо сюда поставить. А, вот он есть, ремонтирует. Этой
Все хорошо. Ну, что-то он опять по центру. Ударил по зенитке. Ну что, сейчас зенитку мы отстроим. По-быстрому. Вот как-то так. Ну вот, один штормскат у нас готов. Двумя выстрелами покончим с ним. Так, ну почему они что, не видят, что ли, а? Почему не стреляет? Ничего понять не могу, блин. Давай, иди разберись. Беспредел какой-то там. Сидят в здании и не видят. Ничего не понятно, почему так происходит. Пусть здесь стоит, наверное. Или они не видят. Или что происходит. Так, давайте разведку сделаем. Еще одну. Так, тут слабенько что-то отбиваются. Надо побольше ракетчиков туда. Танк-мародер готов. Так, что изучим, давайте 25% к огневой мощи и автоматический ремонт, чтоб лучше техника ремонтировалась. Блин, тут Рабик молодец вообще. Все чинит, бегает. Еще один черный рынок. Кэш баунти, или как оно называется, чтобы деньги возвращались при убийстве. Отлично. Мародер качнулся. Следующий на выходе. Так, давай ты сюда. А ты, наверное, у нас встанешь вот сюда, что ли. Ну вот, более-менее, ребята. Ну, куда выстрелишь? Я собираюсь атаковать. Вот подумал. Ух ты, куда он? По шторму. По шторм скатывал, смотри, атаковал. Но он не сожгет. Главное вовремя построить. Давай, давай, все. Чини, чини, друг. Так, а почему здесь не работает? Не понял. Кто его убил? Ну вот. Давай, давай, пошел. Что-то такой медленный этот танчик. А ты все-таки уничтожили, падла, а? Где, где атакуют? Смотри, а что сделал? Ну пойдет, пойдет. Так, ну давайте продвигаться дальше. Будем пробовать хотя бы.
Хотя комп читер, он все видит, что на карте происходит. Нет, я подожду. Подождем и сразу навсегда уничтожим. Качнем кэшбаунти. Так, и бум, строить экономику. Подразделение потеряно. Здание там в лаге. Постараюсь поторопиться. Ну вот, смотрите, видите, не дает. Не дает. Посмотрим, типа, я все вижу, что ты задумал. Идти только если какой-то небольшой армии там, войском, чтобы защитить этого бедного рабика. Да, поставим. Друг, а чё ж ты не собираешь ресурсы? Вот так вот. Отлично. Так, ну эти ребята пойдут у нас сюда, в эту сторону. Наверное, разведку с собой надо брать. Там, мародерки, труд работать из всех сил. Ну вот он, постоянно. Как будто все видит. А зачем мне толпа? Мне нужны ракетчики. Так, а где здесь рабик должен же быть? Рабик, иди. Давай, я вам ботинки сделаю, ботинки. Чтоб бегали. Конечно. Не дает. Строить. Так, и сюда нужен рабик. Чтобы чинил здание, сооружение, они нам еще нужны. Так, это что, 25 наносимый ущерб от всех ракетных атак. Баги мы, наверное, будем строить все-таки, чтобы проводить дальнюю атаку. Ну пойдем, ребят. А, по мне, что ли? А, ну фигня это. Да по-любому тут в зданиях сидят, вот они, ракетчики разные. Так, надо токсотрак сделать. Трактор. Где он у нас? Химический трактор. Зачищать вот такие вот здания. Ай, ладно, я буду работать. Мы можем использовать наш штурм-скат. Ну вот и все, дождались мы этого момента. Наш штурм-скат запущен. Ну все, Тоунс, дострелялся ты, друг любезный. Давайте посмотрим, как это все происходить будет. Вот и все. Вот зачистило как. Отлично. Кэшбаунти, сделаем нору. Так, вот они. Чё там он говорит? Интересно, что-то там разговаривает. На каком-то непонятном языке.
Давайте посмотрим, как зачистка происходит. Смотрите. Тыркс. Чистоган. Тыркс, чистоган. Бамс. Ну вот и все, видите, как быстро. И сюда давай. На немецком, что ли, что-то говорит. Не, давай ты. Тут-то справишься. Ой, отлично. Оба. Оба. Ну вот так происходит зачистка. Так, давай, Рабик, пошел. А вы прикрывайте. Денег уже достаточно у нас. Хватает. Сейчас будем делать вылазку, наверное, пробовать. Давайте еще один военный завод построим. Опа, кто там? Кто был потерян? Не понял. Так, одна нора есть. Да, нору построим. Давайте, сжигайте их. Вот так вот. Вот так вот. Ой, отлично. Так, все, работаем, работаем. Лимузинчик такой неплохой. Как бегают они. В новых ботинках. Не понял, а что тут случилось? Не понял, здание, кто уничтожил здание? Смотри, они там добывают. Наглые, капец. Чё Томс? Мы обнаружили вражеского полковника Бартона. Моя территория. Давайте начнем чистить. Прям по квадрату вот так вот. Ресурс, денег у нас хватает. Все хорошо. Ой, отличная зачистка. Ну все, строим склад снабжения и будем здесь добывать. Рабики молодцы. Ну естественно, давайте казарму тоже отстроим.
чтобы заполонить вот эту территорию, городок захватить. Опять постоянно атаки идут. Мы обнаружили вражеского полковника Бартона. А, ну вот он. Смотрите, сюда заедем, наверное. Чтоб тут он не проходил. Вот так вот сделаем. А то смотри, как он нагло тусуется здесь. Ну давайте, добываем, ребята. Блин, а чё такое? Почему? Кто? Не понял, кто их уничтожил-то? Моего рабика, блин. Или, блин, как всегда, машина задавила. Здесь что ли Бартон бегает? Блин, разведка нужна везде. Ну-ка, как вы будете это делать? Пойдет, давайте. Ты смотри, пушка это достает по домам. Не есть хорошо. Это не есть хорошо, ребята. Ой-ой-ой, куда вы, куда вы? Нет, нет, нет. Ну да, Бартон там работает. Так, ну чё, оставляем его без защиты. А потом просто атакуем. Или можем прям сюда в центре, нору сделать. Вылазку такую. И покочить им. Мы можем использовать наш шторм-скат. Давайте вот здесь зачистим. Наш шторм-скат запущен. Вот здесь зачистим. Чтобы... А, там тракторы так и так проехали. Мы можем использовать наш шторм-скат. Мы обнаружили вражеского полковника Бартона. Смотри, Бартон везде тусуется. Хочет пройти, никак не получается у него. Наш шторм-скат. Опа! Вот это я совершил ошибку. Да, ничего страшного. Мы токса тракторы прошли. А как ты прошел, что здесь оставил ты домик? Не понял. Вот так вот.
Не стой за спиной! Нет ничего личного! Разведка здесь есть. Сюда разведку поставим. Так, ну пока хватит. Давайте сюда пройдем. И захватим. Блин, только как вы пойдете? Надеюсь, не так пойдете, блин. Смотри, одна пушка осталась, ничего себе. Ракетный заряд готов. Что? Не, давайте я вас буду контролировать. Это я боюсь. Ну вот, я говорил. О, мародеры куда прут. Ничего себе тут, что за здание. Бежит, бежит. Сколько он денег тратит на этого бесполезного Бартона? Так, проходим, проходим. Так, ну тут делаем мы, кто у них там, химические повстанцы для захвата этих зданий. И так потихоньку, потихоньку. Давай, здесь построим. Так, этим чуваков надо направлять, как идти. Надеюсь, нормально пойдут. А, он говорит, токсины уничтожают врагов. Все, попробуем вылазку сделать. Да ты чё, чё тут, полковник Бартон где-то есть, блин? Где ты? Вот здесь, наверное, сидит, да? Вот смотри какой. Мы обнаружили вражеского полковника Бартона. Снайпер, наверное, здесь сидит, вышки в этой. Ну чё, сейчас мы туда выстрелим. Залп ракетами, РПГ. Чё, придется военный завод построить, на техничках здесь ездить. Денег у нас хватает. Давайте посмотрим, что мы здесь имеем. Все, короче, ребят, давайте построим. Я буду работать. Ай, ладно, ладно. Как он, наш командный центр, и начнем уже повышение юзать. Хотя там что там, одно повышение. Мы можем использовать наш шторм скат. Так, ну где он тут сидел? Вот здесь вот. Лови, фашист, большую гранату. Не дает проходить вражеского полковника Бартона. Не пройдешь. Ну вот и все, вот и все. Давай теперь проходим. Так, так, использовать наш шторм скат. Тут у нас чисто. Сюда долбанем. Наш шторм скат запущен. Да, долбанем. Ну все, мы по кругу, считай, его обезвредили. Бабах. Следующий. Следующий.
Ух ты, все. Бежит, бежит. Так, ребята тут пробежали нормально. Немного осталось. Раз, два, две ракеты и все. Сейчас мы в центр вылазку сделаем. Пока давайте подготовим. Так, команды у нас отстроены. Вперед. Вот отсюда вот прям. Вот и все, ребята. Как-то так. Сейчас уничтожим все в округе. Очередь заполнена на строительство. Так, нам нужно, наверное, туда разведка. Так, давай тут тоже будем спамить техникой. Ну, ГЛА, походу, и не нужно вообще, как его, уничтожать оборону. Просто главное в нужное место сделать подкоп, и все. И все, и просто он рвет изнутри. Вот он потерял свой командник. Остались одни вышки вот эти вот. Туда даже идти не будем, нам не нужно. Вот и все. Вот так вот действует ГЛА. Вот и все, Таунс был побежден. Ты победил меня, генерал. Но я проанализирую твою тактику и разработаю превосходную стратегию. Да, да, да. В следующий раз опять проиграешь. Ну что ж, ребята. Всем, кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Все, всем спасибо, до свидания.